Всем огромнейший привет! Вы по-прежнему, я уверен, слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна FM» в эфирной студии. Очаровательная Александра Хайрулина. Роман Шахов тоже здесь. Друзья, привет вам огромный. Также между нами сейчас, Рома, должен был быть обязательно футбольный мяч. А мы долго думали, но все-таки не решились, потому что в студии очень много камер, экранов и так далее. Побоялись. И не все хорошо играют из присутствующих. И не все, да, вот из нас, двоих присутствующих. Но вот наш гость в этом преуспел. Заслуженный мастер спорта России. Трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, председатель Общественного профсоюза футболистов, а также входит в число 20 арбитров Палаты по разрешению споров РФС, советник министра физической культуры, спорта и работ с молодежью Московской области. Все это он, дорогие друзья. Роман Широков. Ура! У нас в гостях. Ну... Аплодируют гости в студии. Ром, привет. Спасибо огромное. Очень рад тебе. Спасибо, что добрался до нашей студии. Красивой. Надо сказать, что мы ждали тебя очень. Масса интересных поводов для разговора, конечно. Ну и еще, безусловно, это замечательный международный проект бренда KFC, который вот в эти самые минуты уже стартует на территории России. По всей территории. 35 городов, да? И страны СНГ еще, да, конечно. Проект, который способствует популяризации активного образа жизни, развитию юношеского молодежного спорта, многообразие направлений дает возможность юношам и девушкам раскрыть свои таланты как в спорте, так и в творчестве. Значит, несколько там номинаций и подвидов, так скажем, это футбол и стритбол, и баскетбол, вокал, рэп, танцы, блогинг и покажи свое, рубрика или конкурс, который мы ищем талантов, молодые люди, KFC, да, продемонстрируют свои какие-то таланты в любой другой отрасли. Так вот, Роман является наставником по футболу, разумеется. Ну да. Надо сказать, что да, этот чемпионат проходит уже шестой раз в этом, шестой год подряд. Уже там невероятное количество людей приняло участие, и в этом году до 100 тысяч участников добирает этот фестиваль. Впереди 32 города отборочных туров, финал в Москве 9 июля. И роскошные призы. Или в Испании. Призы. Куда, Ром? В Италию или в Испанию? Куда потом можно будет махнуть? После того, как выиграл финал? Да. Можно махнуть будет в Барселону. В Барселону, так. Ну, это еще хорошо. Будут какие-то другие очень-очень хорошие призы. В общем-то, все подробности есть и на сайте, разумеется. Главное участвовать, главное успеть записаться. Еще идет регистрация, понятно. Это очень поэтому важно. Поэтому всех приглашаем принимать участие. Разумеется, если речь о футболе, то футбольные команды должны принять участие здесь, да? Не конкретно просто человек, который занимается футболом. Нет, естественно, команды. Определенное количество. Главное, чтобы было не больше двух профессионалов в нашей команде. И возраст не старше 21 года, и правда? И возраст, 14 конечно. До 21. И, значит, в Краснодаре пройдет уже 7 мая первый отборочный тур. Это финальный, открытие. Да. Финальный по югу нашей страны. Много там будет участников, Ром? Да, достаточно, конечно. Ну, как это проходит? То есть на вылет игры? А когда уже приходит, да, естественно, на вылет. Угу. Ну и плюс, помимо того, что команда, которая выигрывает, параллельно же еще много других участвует. И тот же Краснодар задействован. От футбольного клуба придут какие-то селекционеры, потом К-11 такая. То есть, смотри, получается, кто-то участвует в KFC Battle, а кто-то приходит и смотрит на этих ребят и приглашает в свои спортивные команды. У каждого свой интерес. У каждого свой интерес. Ром, скажи, пожалуйста. Поэтому и говорит, что большая вероятность того, что вас заметят, и можно себя очень хорошо проявить. Скажи, пожалуйста, ты лично, ты сразу видишь, вот выходит сборная, ну какая-то там сборная ребят, футбольная команда юношеская на поле. Ты сразу определяешь, кто из них, ну там, крут в этом деле, а кто... По походке. Ну вот я хотел спросить, да, если да. По первым 5 минутам матча, может быть. Я думаю, по первым 5 минутам, да, плюс-минус представление можно составить о ребятах. Кто-то потом может себя просто еще чуть более проявить, подскован поначалу, но в целом можно понять. Ром, насколько сейчас вот уровень поменялся мастерства таких команд, ну, дворовых команд, да, можно так сказать, любительских команд? Насколько он поменялся, может быть, лет 10 назад был уровень, 15 назад, вот что скажешь, подрос, не изменился. А я даже знаю, как многие сейчас наши слушатели говорят, раньше играли. А вот раньше-то играли, а сейчас что? Вот мы раньше как играли. Да. У вас не было гаджетов, у вас больше времени было на тренировки. Да нет, ребята все равно молодцы, стараются, и достаточно, хоть и говорят, что мало сейчас, да, во дворах время проводят, но
Могу опровергнуть, потому что я достаточно часто бываю в обычных дворах и вижу, что ребята играют. С какой целью? В футбол, и в волейбол даже играют. С какой целью бываешь, Рома, во дворах? Вот, ну, с детьми гуляем когда. Так. В Дедовске, наверное, особенно часто, да? В Дедовске, когда к бабушкам приезжаем, да, там есть хороший двор, и там площадка, где ребята играют. Были такие случаи, когда к тебе в Дедовске, может быть, подходили в другом городе и говорили: вот, Роман, я хочу в футбол, помогите как-нибудь. В основном подходят родители. Так, ну, конечно, родители говорят. Посмотрите, вот сейчас будет мальчик набивать. В основном подходят мамы и говорят: да, можно мы с вами сфотографируемся, Роман? Я думаю, как-то так. Друзья, у нас сегодня Роман Широков в гостях, мы продолжим общаться обязательно. А сейчас в эфире телерадиоканал «Страна FM», группа «Мумий Тролль». Это по любви. Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно, это по любви. Караванами, пароходами я к тебе прорвусь, монами, рациями, факсами, телефонами, пока завязаны мы. Удивление хочешь, визави. Это будет нетрудно, это по любви. Расстегнутыми поперек весны радуется лето, радуемся мы фотолюксами проявленными. Друг друга запомним альбомами. Солнцами ли, звездами ли, это будет нетрудно, это по любви. Друзья, с легкостью мы снова возвращаемся в эфир. Роман Широков сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна FM». Мы говорим с Романом о футболе, разумеется, о спорте и о KFC Battle, о проекте, который проходит, который на уровне России нашей и страны СНГ. Который выявляет получает спортивные таланты, таланты, которые могут проявлять себя в искусстве, в культуре. Ну и в чем-то еще, в чем мы, может быть, пока Роман даже не знаем. Роман является наставником футбольных сборных, футбольного раздела, скажем, этого проекта. Ром, а интересуешься ли ты остальными вот этими самыми разновидностями? Разделами, да, вокалом, танцами, блогингом. Вокал приходишь ли на трудно рэп послушать? Было бы интересно, на самом деле. Ну, может быть, плюс они танцы. Меня дочка любит там, фантазирует, что она там танцами занимается. А почему не занимается? Нет, она занимается, просто непрофессионально, да, в садике ходит, там. Слушай, в 4 года сложно заниматься профессионально, да, танцами. Да. Нет, мне кажется, набирает, да? Конечно, набирает, и акробатику уже, и на фигурное катание. Кстати, не подумали еще Викторию куда направить? Ну, супруга хочет, ее, там и фигурное катание. На фигурное катание все-таки. Ей нравится художественная гимнастика. Ну, А что говорит на это папа, который сам профессионально занимается спортом и знает, что это такое изнутри? Нет, если ей нравится, почему нет, пускай попробует. Может быть, действительно, есть талант какие-то. На этом же детство и закончится. Детство закончится, да.
Это же интересно. Ром, закончилось ли детство у Игоря? Расскажи, пожалуйста, что сейчас у него? Футбольные сборы уже? Ну, можно сказать, если в этом контексте, да, то можно сказать, что закончилось, потому что он занимается сейчас ему в футбольной школе ЦСКА. Да, 8 ему 8 сейчас. Угу. В футбольной школе ЦСКА он уже 3 года занимается. Угу. Ну, то есть еще, получается, сколько, помогите посчитать, через 6 лет он сможет принять участие в проекте KFC Battle? Ну, если с 14 лет, то через 5,5. Через 5,5 он сможет принять участие. Ну, скажи, вот, пожалуйста. Мы его как раз готовим целенаправленно. Ну, лично для тебя, что значит участие в этом проекте? Тебе это зачем нужно и для чего? Ну, во-первых, интересный проект. Потом очень такой обширный, много участвует ребят. И можно действительно найти каких-то талантливых ребят. Только, допустим, футбол. И организовать какую-то свою сборную. И организовать какой-нибудь клуб. Да. Клуб сборной. Слушай, впереди же еще 32 города. Ты должен будешь оказаться в каждом городе? Ну, каждый вряд ли смогу попасть, но по возможности. Ну, в большинстве где ты побываешь. Но на финале точно будешь 9-го в Москве. На финале, да, точно буду в Москве, да. Мы желаем удачи тебе, терпения, ну и, конечно, ребятам, которые принимают участие, тоже показать себя с наилучшей стороны. Вопросы, которые пришли Роману Широкову ВКонтакте «Страны FM». Ром, Алексей Чубенко пишет: «Всегда восхищался игрой вашей в «Зените», сборной, человек, который навсегда останется в золотой истории «Зенита». Вопросы, если можно, самый запоминающийся матч, также гол и самый лучший игрок, по вашему мнению, пожалуйста». Матч? Да, матч, гол и самый лучший игрок. Матч, наверное, с участием Романа, ну, имеется, ну, в виду, да? Ну, конечно, конечно. «Зените», да. Ну, вообще, может быть, да. Трудно сказать. Ну, наверное, так, если из таких важных, наверное, финала вот Кубка УЕФА. Угу. Но в целом нам удался матч, конечно. Плюс принес нам европейский кубок. Спасибо, конечно, за него. Да. Гол. Ну, все выделяют «Спартаку» гол. Не помню, какой год. 13-й, наверное. Конец 13-го. Угу. Это второй матч в Москве. Но мне больше нравится, когда мы 5-0 выиграли, я забил первый гол. Третий «Зенита» и свой первый там матч. Спасибо. Так, ну и лучший игрок, по вашему мнению, пожалуйста. Ну, я играл с таким количеством выдающихся игроков, что мне трудно одного кого-то выделить. В том же «Зените» прошло... Давайте я за 6 выделим, лет прям Роман очень Широков. Хорошо. Толерантен, да-да-да. И вопрос, значит, помним ваш прекрасный гол сборной Чехии в первом матче России на Евро-2012. Скажите, что испытывает футболист, забивая мяч на таком важном соревновании, на таком уровне? Надо самому прочувствовать, так сложно объяснить. Мало конечно. Кому это удастся. Так объяснить сложно, но буря эмоций, конечно. Гол — это вообще... А вот после финал, после апофеоз, да, всего, что делает команда, а если тебе это еще удается забивать, это супер. После того, как ты забиваешь гол, легче играть вот дальше в этом же матче или наоборот смотря сложнее? Смотря при каком счете ты забиваешь. А, кстати, ну конечно, да, это очень важно. Вообще, мне вот интересно, Ром, физическая подготовка футболистов, это понятно. Много ли психологи работают с командой, с футболистами индивидуально? Вот, к сожалению, не работают, хотя давно говорится о том, что, наверное, неплохо было бы, чтобы они работали. Ну, какой-то командный дух, накачка такая, вот правильно. Психологи, духом, гипнологи. Наверное, гипнологи, вот было бы еще лучше. Особенно, чтобы с той командой поработали перед матчем. Ну, два гипнолога, у каждого своя задача, да. Нет, у них не надо, чтобы только у нас было. Пока еще все-таки спорту больше уделяется, да, чем психологической подготовке? Ну, пока да, но потихонечку внедряется. Ну, надеемся, что начнется с Московской области вот это вот внедрение, и Роман Широков этому поспособствует. Безусловно. Я хотела очень вот какой вопрос задать Роману. Роман совсем недавно завершил профессиональную карьеру в футболе, профессиональном. Но а может же быть такое, что ты снова вернешься? Может, конечно, все зависит от того... В любой того, момент какие предложения будут? Да, как, будет ли интересное предложение. Вернуться можно. В принципе, это не так сложно, и форму набрать. Главное, чтобы было предложение. Достойно. Станислав, да. Черчесов сейчас прибавил громкость «Страны FM». Сколько времени нужно для того, чтобы войти в форму? Ну, тебе, естественно. От тебя говорим. Ну, если говорить, что, в принципе, я из нее, по большому счету, не выходил, потому что плюс-минус я все равно ее поддерживаю. Угу. Я думаю, тех сборов, которые команда проходит перед стартом... Будет достаточно. Абсолютно. Шикарно. Отлично. Слушайте, ура. Спасибо. Надежда есть у многих. Шанс еще, да, увидеть Широкова на поле.
Друзья, у нас есть шансы, мы обязательно им воспользуемся, еще продолжить общение с Романом, с нашим гостем. Но сейчас мы должны выпустить пару красивую в эфир. Леонид Агутин, Анжелика Варум, телерадиоканал «Страна ФМ». Оставайтесь с нами. Ну и, конечно, если есть у вас вопросы к Роману Широкову ВКонтакте телерадиоканала «Страна ФМ», пишите, мы вопросы будем нашему гостю задавать. Послушай, все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках. Ты знаешь, все в твоих руках, все в твоих руках, и даже я. Вечер за окном плывет, я закрыла двери. Послушай, все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках. Ты знаешь, все в твоих руках, все в твоих руках, и даже я. Послушай, все в твоих руках. ФМ. Все к лучшему. Друзья, продолжается общение с Романом Широковым. Надеюсь, вы в нашей компании и еще с удовольствием полчасика побудете. Друзья, пока вы слушаете и смотрите клипы в нашем эфире, мы тут говорим обо всем. И про картошку в KFC в эфир говорим, и говорим также про KFC Battle, и о том, что во время тренировки футболисты теряют до 3,5 килограммов и так далее и тому подобное. Жалко, конечно. А вы говорите фитнес-залы. Мы потом все равно законспектируем и выдадим где-нибудь там в наших соцсетях. Роман, скажи, пожалуйста, тебе интересна тренерская работа? Вот ты уже был капитаном сборной России, а тренер в сборной России? Тренер сборной России, конечно, интересно, но сама тренерская пока мне не интересна. Ну, то есть, если вот командовать, то парадом, да? А вот эта вся история пока... Да нет, на самом деле этому нужно учиться. Это институт какие-то, Ром, курсы, как это вообще? Ну, есть, да, у нас высшая школа тренеров. А я пока не готов. Но ты без экзаменов туда точно пройдешь, мне кажется. Да нет. Я думаю, не стоит. Вот такой вот вопрос от выпускницы театрального института. Ром, скажи, пожалуйста, ну, всем известно, что бывает, что футболисты некоторые прибегают к симуляции. Да? Есть ли какая-то методика обучения? Вот, например, скажут, итак, ребята, сегодня отрабатываем, правдоподобно, якобы, значит, там, ушиб какой-то. Не, ну, методики, конечно, нет, но у некоторых, да, есть театральные способности. Они легко могут изобразить. А тренер при этом объясняет фишки, нет, например? Нет, конечно. Если ты хочешь показать, как что у тебя вывих голень, нужно упасть вот таким образом. Нет, такого нет. До этого пока не дошло. В общем, хореографа нету. Да, пока нет хореографа, поэтому...
то все происходящее это полностью опирается на экспромт и талант футболиста актерский. У меня вот какой вопрос. Если у ребенка есть очевидный талант, как кажется родителям, к футболу, в каком возрасте правильнее его вот привести? Чем раньше, тем лучше. Сейчас, я так понимаю, с пяти с половиной набирают. Угу. А не с шести, я вот с шести попал. 6, 7, 8 лет, я думаю, нормально. Как у тебя это получилось? Ну, например... Меня папа с крестным отвезли в футбольную школу «Торпеда». Это Зиловская, которая... После того, как ты во дворе что-то им показал, несколько там... Ну, как им казалось, обводок. Наверное, да. В 6 лет они меня отвезли. Где-то... Раньше объявление в газетах давали. Угу. Прочитали, отвезли, меня взяли. А, кстати, расскажи, пожалуйста, проходят ли сейчас твои чемпионаты, посвященные отцу, памяти? Да, проходят. Планировалось... Мая ближайшие. Угу. Пока дата не согласована. Ну, возможно, будет, да? Можно будет следить за твоими соцсетями. Зимой был, да. Зимой был, но хотели провести на открытом воздухе, на большом поле. Но вот сейчас согласуем дату и место. Команды откуда приезжают на этот чемпионаты? Изначально мы хотели просто собираться там и как бы иранские турниры и детские, но потом решили, когда подключилась Московская область, решили, что, наверное, правильнее будет, если будут детские дома приезжать, угу. и ребята будут между собой общаться, играть. Поэтому... Ну, какого возраста ребята принимают участие? Ну, они разного. То есть несколько возрастных групп? Ну, в принципе, ну там, как он, получается, в основном, наверное, у нас 12-15 вот так приезжает. Угу. Как оцениваешь уровень, вот чисто с профессиональной точки зрения? Да, ребят молодцы, сам ваши приезжают, стараются, некоторые достаточно неплохо получается. Даешь ли мастер-классы, Ром? Пока не давал, но, возможно, в будущем будем и это. Рома, способности делать. Игоря как-то можешь оценить? Или все-таки как любящий папа, вот ты не можешь дать трезвую оценку? Или наоборот, только трезвую? Я как раз наоборот трезвую оценку даю, что супруге моей категорически не нравится. Ну, не нравится, что ты строг, наверное, да, и резко говоришь, как ты все это дело комментируешь, шучишь и так далее. Но тяжело должно быть, мне кажется, Игорю все равно, конечно. Но ему тяжело, да. Я где-то читал, что Игорь хочет папу-то превзойти, не то, что там супруга как-то говорит. Ну, по крайней мере, говорит, да. Угу. Ну что, нацеливает себя, скажем так, на то, чтобы папу превзойти. А ведь какое-то время он хоккеем увлекался у тебя? Да, он и сейчас активно увлекается хоккеем, но ему почему-то нравятся вратари. Он заставил меня купить ему щитки, ловушку. Ну, дома. И маска у него даже есть. Он дома. Подожди, но ведь и ты тоже хоккеем как-то так увлекаешься. Да, я увлекаюсь, но не вратарским ремеслом. А ты катаешься, играешь или ты больше смотришь? Нет, я и катаюсь, и играю. Ну, смотрю тоже достаточно много, но мне интересно самому играть тоже. У меня еще вот такой вопрос. Ром, как тебе кажется, скажи только честно, а сложно ли быть женой Романа Широкова? Очень. Очень? Да. Почему? Вспыльчивый, разный, сложный. Вспыльчивый, да, сложный. Моей супруге очень тяжело. Екатерина, ну, у тебя красавица, умница, конечно, и большое счастье, что ей у вас такая хорошая, привет, верная, да, замечательная ее семья. Так, ну что, ребята, у нас музыкальная пауза, небольшая рендукцова, сейчас поет как раз про любовь. Да. Роман Широков в нашей студии по-прежнему, мы обязательно еще пообщаемся. Успевайте еще задать свой вопрос, бегом на нашу страничку ВКонтакте.
слезы нам не сделают румяней щек. По частям себя и в чемодан огромной кучу платьев и пока дружок. Лучше нет приметы, дождь в дорогу плачет в самолете, два часа и пляж. Девочки мои, я отменяю плащ и слезы, улыбнитесь, Сочи наш. Только не плачь, Люба, любовь, он не твое. Вера, поверь мне, на день не надо ложных надежд. Ира, Борис, Ири не первый. Только не плачь, Люба, любовь, он не твое. Вера, поверь мне, на день не надо ложных надежд. Ира, Борис, Ири не первый. Только не плачь, Люба, любовь, он не твое. Вера, поверь мне, на день не надо ложных надежд. Ира, Борис. Друзья, хотелось бы, конечно, пустить слезу, потому что время так летит очень быстро, но мы не будем этого делать. Нет, я не буду. Роман Широков сегодня у нас на стране FM. Я вот что хочу сказать. Дорогая молодежь, только не плачь, если тебе от 14 до 21 года, ты активная молодежь, и ты, в общем-то, здорово играешь в футбол, даже у тебя есть футбольная команда, еще ты читаешь рэп, или танцуешь, или поешь, или есть какой-то другой талант, или блог классно пишешь и ведешь, тогда в KFC Battle участвуй в проекте международного уровня. Быстренько регистрируйся на сайте. Стремись. Великие, высокие, талантливые, известные люди заметят. Ну и как-то, возможно, сложится карьера. Вот, в частности, за футбол отвечает Роман Широков именно в этом проекте KFC Battle. 7-го в Краснодаре. Ловите Романа Широкова. Да. Поклонники, встречайте в аэропорту. Ром, кстати, есть какие-то необычные подарки в твоей жизни от фанатов и поклонников? Так трудно вспомнить. Ну, что там, кружки, какие-то книжки. Это обычные подарки, да. Так, необычные. Мне интересно, что думает человек, который дарит футболисту легендарному кружку? Что вот я вот, например, а там кружка с моим портретом. Вот Александр, понимаешь, ну не мячик же дарить, понимаешь? В конце сезона мячик, наверное, уже устаешь на него смотреть. Ну, ты знаешь, мы не оригинальны, мы тебе тоже кружку сегодня подготовили. Но чуть позже. Главные, не только кружку. Ром, главные факторы успеха вот футбольной карьеры, как ты сформулируешь? Ну, талант, наверное, да, должен быть, но самое важное, прям первое, это трудолюбие. Если не будет трудолюбия, даже талант не пробьется. Что говорит себе футболист перед выходом? Вот что говорит себе Роман Широков перед выходом на поле, перед матчем? Роман Широков ничего не говорит. Вообще? Конечно, а зачем? Ну, с правой ножки ступает и пошел. И пошел, да. Нет, правда, сегодня надо выиграть. А сегодня надо выиграть. А что тренер говорит, когда провожает вас вслед? Что-нибудь кричит? Все по-разному. Ну, вот кого-нибудь, пример какой-нибудь приведи нам. Какой-то давай, клич, давай, вперед. Там. Все зависит от команды. Там. Зенит. Давай, Зенит. Ну, самая накачка такая вот есть какая-то для тебя? Вот лично просто сам себе установку даешь? Не, ну я сам себя не накачиваю. По большому счету не надо. Так понятно. Матч важный, неважный. В принципе, они все важные, просто где-то больше какая-то ответственность. А, Рома, а комментаторская работа могла бы тебе быть интересной? Если в тандеме, вот, возможно, может попробовать. Там же можно дать волю прям себе. Прям волю-волю можно дать. Эмоционально комментировать. И потом здесь уже ни у кого никаких обид не будет возникать. Ты имеешь право полное. Кроме футболистов, да? Ну ладно, они как-нибудь. А в паре бы ты с удовольствием, да, согласился с кем-то попробовать? Ну попробовать можно было. Хорошо, спасибо за это. Будем транслировать. Какие увлечения у тебя есть, кроме футбола и хоккея в жизни? Расскажи, на что-то хватает еще времени? Ну, книжки я люблю читать. Так, книжки... Ну, такой, специальную литературу, там, экономика, финансы, что-то такое.
Зачем вам такая литература, Роман, признавайтесь? Нравится мне как-то вот, не скажу с детства, да? С 19 лет я как бы так вот увлекаюсь. Футболисты, а вот чаще всего какое образование получают? Ну, вот вы, например... Чаще всего спортивное. Так, не, ну... у меня юриспруденция. А еще какое вот... Сейчас учусь в высшей школе экономики совместно с FIFA. Есть программа CIS, спортивный менеджмент. Ну, а вообще вот юридическое, экономическое, еще что выбирают? Например, твои знакомые, твои друзья, футболисты. Кто что еще предпочитает? Ну, понятно, что, может быть... Ну, Андрей Аршавин у нас на там, текстиль. Угу. Из таких вот экзотических. Остальные все плюс-минус. Ну, 90% это спортивные. Ну, ладно, мы с тобой можем покопаться в интернете и найти эту информацию, если очень надо. Скоро лето, очень хочется спросить, где собирается провести отпуск Роман Широков? Будет ли вообще отпуск у тебя с семьей? Будешь, поедешь куда-нибудь? Или батлы? Мы планируем куда-то поехать. Батлы, да, как раз до батлов ребенок старше учится. Угу. Заканчивает только в конце июня. Лето. Первую Ничего часть себе. Лета здесь будет. Июль батлы, может быть, в августе. Не может быть, а скорее всего. Ну, куда поедем. Еще не решили, в общем? Ну, мы планировали пока в Италию, не знаю, получится, нет. Ой, прекрасно, конечно. Пусть получится обязательно. Мы искренне желаем это. Музыку, Ром, любишь? Вот все-таки у нас музыкальный телерадиоканал. Может быть, в караоке как-то бывает, заходишь что-нибудь. Ух! Не, ну я петь не умею и не люблю, но послушать, да. Я люблю. Есть такие. Ну, что-то вот из тех песен, которые у нас... Ну, «Мумитроль» нравится. «Мумитроль», да. «Звери». Ну, разные. Наш человек. 80-е, 90-е. Отлично. Угу. Сергей Лимок сейчас сказал «Да!» Действительно, хороший парень. Как интересно, читает книги, слушает, насколько я поняла, общественно-политические станции различные, информационные. Вот, в общем, все замечательно. Помогает будущим футболистам. Вот, да, и помогает футболистам, которые сейчас работают профессионально, какие-то Давайте споры решать, правильно? Еще раз напомним тогда, вот, пожалуйста, про KFC Battle, международный проект бренда KFC, который продвигает активный образ жизни. Все подробности есть и на сайте. Ищите, смотрите. Кстати, на ссылочке есть и в соцсетях у Романа Широкого. Да. Тоже там Заходите, можно почитать смотрите. Расписание, как зарегистрироваться, как получить самый главный приз, как наконец-то добиться своей цели, чтобы исполнилась мечта. Как сделать селфи в Барселоне? Дорогие друзья, если у вас есть мечта, KFC Battle дает вам шанс эту мечту воплотить. Если какой-то талант, то добро пожаловать. Ром, ну мы тебя сейчас благодарим, прям благодарим, благодарим всей душой. Вам спасибо, что пригласили. Пусть спасибо. Все получится, ну и чтобы футбол благодаря тебе, благодаря твоим усилиям, усилиям твоих коллег в нашей стране только развивался. Оле-оле-оле, Россия спасибо вперед. Большое. Спасибо. Пусть все исполнится, все, что тобой задумано в футболе, неважно в чем. Роман Широков сегодня был у нас в гостях. Да. Роман, спасибо. Давай, Роман.